Всем привет, с вами Death World, и сегодня я только что получил посылку от сайта CCC Store, посылку кубик Mofang Thunder Club V2, в общем, у меня здесь лежит. Я записывал у него обзор только что, но случайно отключил, короче, да. В общем, из коробки я достал вот эти вот бумажки. То, что можно выбрать после кубика Рубика. Всякие головоломки вот тут. Ой, господи боже, какие только головоломки есть. Ладно. И вот еще вот бумажка на тот самый конкурс, где можно выиграть 500 рублей, если выложить фото или видео с кубиком Рубика в своем аккаунте с упоминанием CCC Store и хэштегом CCC Store. В общем, сейчас буду обозревать этот кубик. В общем, вот он сам. И вот мой первый кубик Рубика. А, ну, сейчас распаковать надо. В общем, первым делом мы осмотрим коробку. Сама коробка вот. Тут очень хорошо все стилизовано. Такой минимализм небольшой. Здесь у нас код стоит. Какой код? Блин, как он называется? Ну, короче, я забыл вот этот марк, как называется. Написано, что если этот сканировать, то можно получить больше информации о нем. Здесь у нас показана система. Здесь показан сам кубик Рубика с черной основой. Здесь у нас всякая хрень. Ладно. Здесь у нас сам создатель. Это Мэс Волк. И снизу написано Made in China. В общем, давайте откроем. Распакуем его. Здесь нас встречает инструкция по сборке кубика Рубика. Но это мы уже все знаем. Да. Здесь, кстати, обучается Фридрих вроде. Ну, в общем, ладно. Отложим пока что в сторону. Я ее потом прочитаю для того, чтобы, ну, понять. Ну, нет, я уже умею собирать кубик Рубика, но это для справки все-таки стоит прочитать. На всякий случай. И момент истины. Коробку пока что отложим. Больше ничего нету. Вот сам кубик Рубика. Причем он идет с очень приятным бонусом в виде коробки пластиковой, которая защитит от грязи, чтобы куб не пылился. И защитит также его от слишком сильной влаги, если куда-то его там по влажности положишь. Ну, в общем, защитит от царапин. И в нем очень удобно переносить сам кубик Рубика. Открывается очень довольно хорошо. В принципе, просто так он никак не откроется. Только нужно принять, немножко надавить. Закрывается тоже довольно. Здесь у нас даже, можно взглядеть, логотип. Вот. Ладно, отложим тоже в сторону его. И вот сам кубик Рубика. Теперь сравним размерами с моим первым кубиком Рубика. В общем, это мой первый кубик Рубика. Вот, палаточка. А это вот специализированный кубик Рубика. По размеру они, ну, даже не знаю. Но этот немножко больше, потому что из цветного пластика. Или нет. Ну, в общем, вот этот немножко больше, но он вообще никакущий. Глорез вообще нет никакого. Посмотрите, даже такой угол не режет. Только вот такой максимум. В общем, ладно, понятно, все с ним. Пока что не будем отвлекаться на этого второстепенного персонажа. Наш главный – это вот этот кубик Рубика. Mofang Thunder Club версия 2. Здесь у нас логотипчик идет. На самом деле, я вообще не знающий в кубиках Рубика. Не знаю, что добавили, как выглядит вообще первая версия этого кубика Рубика. Это вот, этот кубик мне подарили на 23 февраля, вот буквально недавно было. А этот кубик вот я заказал, чтобы нормально собирать. В общем, ну, для начала я хочу проверить углорез этого куба. Слушайте, это зашибенский углорез. А ну-ка, давайте покрутим его. Довольно хорошо крутится, слушайте. Мне очень нравится.
Да, довольно хороший кубик Рубика. Причем мне очень нравится, что вот наклейки, они немножко такие толстенькие, чтобы почувствовать сам кубик. Такое чувство, и только вот сейчас вот отклеится, но это не так ведь. Они приклеены довольно хорошо. В общем, понятно все с вами. Давайте я его разберу, и мы взглянем, что у него внутри. Сейчас вернусь. Вообще, Мафанг, я посмотрел, славятся вот такие, что у них очень такие большие толстые крышки. И их вылет во время сборки равен почти нулю. Так как они очень хорошо держатся на своем месте и довольно хорошо далеко уходят вглубь, как я думаю. В общем, давайте продолжим. Ну, в общем, разобрал я кубик. Посмотрим его строение. Ну, конечно, на камеру плохо видно. Ой, блин, все посыпалось. В общем, рассмотрим ребро. Сразу видны рельсы небольшие для хорошей подвижности. В общем, давайте посмотрим угол. Они убрали лепестки, чтобы они не ломались, так как эти лепестки очень легко могут сломаться, как я знаю. В общем, сделаны довольно качественно. Сразу чувствуется, что делали не просто, непростые люди. В общем, на самом деле сделан очень хорошо. Мне очень нравится. Также есть немножко смазки тут, видно. В общем, давайте его соберем обратно. Ну, в общем, собрал я обратно кубик Рубика. Все вроде нормально сошлось. Также приятным бонусом оказалась смазка внутри куба. Ну, наверное, она во всех присутствует, но все-таки... Да. В общем, мне кубик Рубика очень понравился. Конечно, я понимаю, что мой обзор ничем не отличается от других школьников, которые также обрезывают этот кубик, кубики разные всякие, да? Но я вообще ничего не сделал. Я снимаю, блин, на альбомном листе. Здесь у меня на фоне клавиатура такая стоит. Вообще хрень полная. И тут еще мусор всякий. Блин. В общем, да. Ну, все равно, я хочу выразить свои мысли насчет этого кубика. Мне он очень понравился тем, что... Ну, это мой второй кубик Рубика в жизни. Он очень хорош. Мне он очень нравится. Все углы очень хорошо режет. Крутится очень приятно в руках. Чувствуется такое... Чувствуется, что он очень хорошо лежит в руке. Ну, как это назвать, что... Чувствуется, что он... Мобильный он, короче. И легко управлять. Вот. Ну, на этом мой обзор подошел к концу. С вами был Death World. Простите меня за те два ролика, я просто угорал чисто. Ну, этот канал я тоже не продвигаю никак, просто так, для прикола. Но этот обзор я снял для того, чтобы понадеяться на получение 500 рублей от магазина CC Store. В общем, спасибо магазину CC Store за присланный кубик Рубика мне. Я очень благодарен вам и всем пока.